Первый ресторан индийской кухни в Великобритании открылся более 200 лет назад. И сегодня свыше 12 тысяч так называемых карри-хаусов составляют важную часть сектора услуг с годовым оборотом в 4,5 миллиарда фунтов стерлингов. Большинство из них основаны выходцами из Пакистана и Бангладеш, но Великобритания готовится к разводу с ЕС, и владельцы карри-хаусов говорят, что чувствуют себя обманутыми. В ходе кампании политики дали нам обещание, что если мы проголосуем за Брексит, то работники из Юго-Восточной Азии смогут приехать к нам, но этого не происходит. Из-за нехватки специалистов, владеющих искусством приготовления карри, закрываются два ресторана индийской кухни в неделю. Мы стараемся обучить наших помощников из Румынии и Польши, но они тоже собираются уезжать, и в итоге мы не сможем найти работников, и нам придется закрыть ресторан. Рестораны стараются делать цены доступными, что отражается на зарплатах и, следовательно, на шансах получить рабочую визу. Недостаток персонала восполняют выходцы из Восточной Европы. Ада Поздняк приехала из Польши. Теперь все, кто приехал сюда, особенно недавно, например, я, думают, что делать, оставаться или возвращаться назад, или уехать куда-то еще. По оценкам Британской ассоциации, объединяющей гостиницы и рестораны, если мигрантам придется покинуть страну после Брексита, то потребуется 10 лет, чтобы заменить приезжих работников на граждан Великобритании.